Члены местного отделения партии «Единая Россия» провели отчетно-выборную конференцию. На ней обсудили итоги уходящего года и ряд других вопросов. Встреча была по традиции приурочена ко дню рождения партии. Из 32 избранных депутатов 26 марта на выборах в Совет депутатов округа первого созыва 23 депутата – это члены нашей партии, двое сторонников партии. И таким образом фракция состоит у нас из 25 депутатов, что гарантирует принятие решения по всем важным вопросам развития нашего Люберецкого округа. Выборы в первый созыв Совета депутатов округа, реализация партийных проектов и наказов жителей Люберец. Отчетно-выборная конференция «Единой России» началась с подведения итогов. Секретарь местного отделения партии Владимир Ужицкий рассказал об основных направлениях работы в 2017-м. Так, с начала года в приемную люберецких единороссов обратились более 100 жителей. Их вопросы касались сферы ЖКХ, работы соцзащиты, правоохранительных органов и других тем. На сегодняшний день местное отделение нашей партии насчитывает 136 первичных отделений. Что касается численности членов партии, то уже на учете состоит у нас 2762 человека. За отчетный год принято в партию 62 человека. В начале года на политсовете ставился вопрос о пополнении рядов сторонников и членов партии. По сторонникам мы задачу выполнили. На учете сейчас у нас насчитывается около 3000 сторонников. О деятельности партии в течение года регулярно информировались жители. В СМИ и социальных сетях публиковались отчеты о проделанной работе. Кроме того, из 22 направлений «Единой России» на территории Люберец продолжают реализовывать 19 партийных проектов. Они охватывают почти все сферы жизнедеятельности округа. Это очень солидный проект. Это городская среда, такой как, вот, например, реконструкция парка. Вы видите, кто жители побывал здесь, действительно там грандиозные работы. Детские сады детям. Открыты новые детские сады и планируется до конца еще ввести новые. По безопасным дорогам мы много мероприятий проводим с нашим ГИБДД. С детьми проводим такую вот работу по предотвращению детского травматизма. В завершении конференции единороссы наметили планы работы и основные задачи на следующий 2018 год. После новым членам «Единой России» торжественно вручили партийные билеты. Также участники встречи выбрали делегатов на Московскую областную конференцию, которая состоится в начале декабря, и провели ежегодную ротацию кадров. Тайным голосованием единороссы выбрали двух новых членов политсовета. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.